И не такая библиотека у нас так, пока временно. Покажем себя, что мы. Еще мы пожаловали. Вот, пожалуйста, познакомимся. Я как автор. Посмотрите на себя. Ой, да зачем? Да посмотрите, потому что мне нужно вас будет, будут спрашивать. Тихонович. Господь позволил мне 38 книг издать. Я сообщил во все библиотеки. Ответ один в Тюменской библиотеке. Финансирования нет, приобрести не можем. И тогда я решил подарить. Так, вот, подождите немножечко. Вчера мы были, вытереться надо. Посмотрите, это храм на крови. Вот, посчитайте, мне выдали бумагу. Екатеринбург. Да. А вот сегодня Тюменская областная Дмитрия Ивановича Менделеева. О, вы сегодня там тоже были? Да, подарили были. Это в Центральной библиотеке Ленина в Москве. Все получили. Да, книги да. Но у меня уже полного комплекта нет. Но то, что есть, я решил это подарить. Вот как подарить. Храм Христа на крови. Хорошо. Там так. Библиотека же списала. Ну, вы видите, что это официально. Да, это да, никакая да, не экстремистская, глубоко религиозная литература. Я начальник детского лагеря 40 лет. 40 лет – это не два дня. И тысячи детей без помощи государства поднять. Да. И мы строим с нуля православную деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Это все в книгах описано. Теперь я показываю, какие книги. Вот посмотрите сюда. Это вот Новый Завет, вторая часть Библии с полным толкованием, трехтомник. С толкованием. Прям, толкование, да. Полное толкование по святым отцам православной церкви. Вот такое, чтобы с полным толкованием, за 2000 лет впервые вышло. Это не просто уникальный, единственный труд. Ну, вам не надо говорить, как библиотека, как она издана, видите, да. Закладками все. Вот эти книги, и вот это только второе издание, постно в подарок патриарху Кириллу, Путину, Медведеву. И даже показывали, что в библиотеках у них стоит. Вот. Это мы вам дарим. Теперь, вот это крестное православие, на все вопросы о крещении, о покаянии, о причащении, обо всем этом. Здесь содержание полное. Спрашивают, где издается, вот сразу покажу. Это горно-алтайское. Угу, какое издание? Все книги сшиты на офсетной бумаге. И вот сейчас только мы смотрели, как у нас выглядят дети. Вот мы в школе сейчас посмотрели. И здесь. Сейчас, минуточку. Ну, где же тут? Не вначале. Вот. Это дети вышли из школы, из церкви. Ой, какие хорошие. Посмотрите. Это новое православное поселение. Мы вам дадим наш сайт, и вы на него сможете зайти, увидеть. Это визитка. Там все книги, все, я говорю, не могу, а те, которые вот можно, держите. Это мой сайт и форум. Когда зайдете, вверху написано православный форум Игнатия Лапкина. Вот, вот. В него откройте и сразу на форуме. А если в Mail.ru зайдете, то мою фамилию только зарядите. Осенью я буду уже дома, и мы с вами можем переговариваться. Я рассылаю большие материалы. Мне вот вообще-то надо полностью... Так, здравствуйте. Сейчас, девочки, подождите. Видите, начинается. Минуточку. Материал для этой книги собирался 40 лет. По крупицам. Это настольная книга для любого верующего. Значит, что? И это как бы автобиографично. Два священника описывают о моей биографии. Это о вас? Да. Не о деревне, как то, в лагере. Это все здесь. Угу. Потому что моя жизнь, она ну, довольно не похожа на остальные. Видите, я диссидент, вот арестованный иду. Угу. Политзаключенный. Вот. Это святые летят от верующих. Это все здесь есть. Здесь же есть фильм, она снята. Один фильм занял первое место в России, а второй главный приз на международном киноконкурсе взял. Нас называют «Искорка возрождающейся России». И мы хотим, чтобы
Ну, по-другому люди жили. Но не так, как сегодня, только да, и больше ничего не хотят. Да, вот только для себя. Так, с вашей стороны. У меня бланков таких уже нет. Вы можете бумагу написать, что я вам вот это даю? Так, ну да, конечно, давайте. Могу переписать. Тогда напишите да, книгу, чтобы да, название. А вот это вот, это специально вам для детей. Они не православные издания, но они хорошие. Я их выменил на свои книги. У меня все такие условия у нас такое. Это для ребятишек. Сейчас. Библейское повествование для детей. Изложение заповедей Господних. Ой, это ко мне не относится, красочные, это просто я вам подарок. Хорошо, ой, какие красочные. И вот 10 заповедей, как исполнять. Угу. Это тоже к этому. Я, такие мы не издавали, а, ну, видите, как, таким детским языком и картинками. Ну, чтобы понятно детям было, да? Это просто отложите в сторону. А здесь примерно вот так вот. Указать только, что ваша школа Покровская вот это вот получила вот это все упустить и получила какие? Новый Завет, вторая, это к истинному православию, угу. Здесь ездит она, к истинному православию, а вот, вот она, есть, к истинному да? православию, и для Слова Божия нет уз. Так, где она? Вот, наверное, это, да? Вот да, вот она, и для Слова Божия нет уз, вот она. Угу. Вот на этой, на бумаге покажите, печать поставите. Так. Такой же с этого списать. Ну, у меня, вот меня планка специально нет, ну что-то печать. Есть там. Сейчас я листочек. Покровская школа. Как-то можно и напечатать, но у вас если есть время, я могу напечатать. А знаете что, я, наверное, вот это вот сделаю так, чтобы не писать. А вот это вот вычеркнем кое-что, что у меня есть. А, у вас есть план. Это очень даже просто. Ну, давайте здесь вот напишите, а я вычеркну. Одну, один экземпляр вам оставлю, один себе. Это совсем просто будет. Напишите так, понятно, Покровская, какого Тюменской области там. Ой, я вся мокрая, я же бежала к другу, скорее успеть. Так, все. Как название вашей Покровской деревни? А теперь я вычеркну что? Сам вычеркну сейчас. Потому что это у меня на полный комплект было. А здесь. Вот. Новый Завет, если православие. Да, да, да. Симфонию я вычеркну. Симфонию это вычеркну. Для Слова Божия не туз. Дальше стихи открытым оком. Все. Теперь, значит, издатель книг. Число поставить вам и библиотекарь. А это вам лист, вы его сами уже запомните. И число. Хотя бы штампик. Если есть печать, то пиши. Так, число, так у нас. Сегодня 13-е. 7-го 2012. Все. Так, филиал номер 17 у нас. Так. Во славу Божию. Так, еще а раз. Это вам, это вам себе заполните, это вам. А, вы все себе нет? Заполните, давайте так, я на ней распишусь, так, что да. Это вам подарено. Никто не имеет права, у вас это книги в малом тираже идут. Угу. Остальное надо заполнить, это вам остается. Нет, тут надо, то я про это вот хотел сказать. Вычеркнули так, третье. Да, вот. Четвертое еще там какой-нибудь вычеркнутый. Так, стихи вычеркнутые. Так. Вот так. Так вот, и вверху вот это вот тоже зачеркнуть, вот эту сумму проще. А, и вот эту сумму да. Книг на сумму. Так, 38 еще, да? Да. Зачеркнуть. Это во всей библиотеке. Это уже первый, это в Тюмени. Последний я экземпляр отдал, больше нету. А это остались у меня подарочные для священников, для архиереев. И тут заехали в ваше село, тут царь останавливался, тут Распутин был. Вот я, значит, решил вам подарить. Так, мы поедем и попросим, помолиться будете дома, чтобы нам вернуться домой благополучно. А мы за вас будем молиться. Поедете в Свердлов? Да.
Ну все, уходим. Подождите немножечко. Так. Это ваше, вам не состоится. Да, хорошо, хорошо. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. Спасибо. Так что эти книги, для вас это, ваш в библиотеке новый статус будет совсем другой. Если хорошо. Еще коснется, скажите, подарено патриарху Путину и Медведеву. Хорошо. Потому что в одном издании, что полное толкование Библии, за 2000 лет первое выпущено такое. То есть они все оригинальные книги. 40, да? До свидания. До свидания. Спасибо вам огромное. Спасибо большое.